Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверьё, и сегодня у нас будет Logitech G910 Orion Spark, игровая клавиатура. Поехали! Да-да, всем геймерам и любителям компьютерных игр посвящается эта игровая механическая клавиатура Logitech G910 Orion Spark. Давайте ее откроем, посмотрим, как она работает и ее особенности. Начну, пожалуй, с цены, чтобы вы понимали, если вы еще не знаете, что это за клавиатура. В среднем она стоит 13 тысяч рублей, ее можно найти в Российской Федерации. Это профессиональная игровая клавиатура. У меня версия с русской раскладкой. Сейчас посмотрим, как она будет подсвечиваться. Здесь воспроизводится на всех 113 клавишах до 16,8 миллионов цветов. То есть мы можем каждую клавишу настроить под себя, под разные режимы и сделать ее полностью разноцветной. Я тут просто закрасил наклейку, она бы очень сильно выбивалась, поэтому здесь будет черная. На передней стороне у нас нарисована сама клавиатура. Мы видим, что разноцветные клавиши, есть подставка под кисть, чтобы рука не уставала, их здесь две в комплекте разных. Так, эксклюзивные Rumer G механические клавиши. У них, у каждой клавиши на 25% быстрее срабатывание. Внизу идет наименование, здесь по-американски RGB Mechanical Gaming Keyboard, либо механическая игровая клавиатура с цветной подсветкой. С правой стороны показана клавиша Rumer G, здесь клавиатура, и на задней стороне у нас показано устройство вообще самой клавиатуры, если бы мы ее просветили рентгеном. Из особенностей, как я уже говорил, Rumer G клавиши, настраиваемые макросы, настраиваемые кнопки. Что мне еще понравилось, это поддержка мобильных приложений. То есть мы можем вывести как второй экран на свое, к примеру, мобильное устройство. Чуть попозже посмотрим. Клавиатура только приехала, и я ее еще даже не доставал. Будем с вами на нее смотреть вместе. Внутри у нас находится индивидуальная упаковка. Довольно-таки хорошо весит упаковка, сама клавиатура весит 1,5 килограмма. Ну давайте откроем и посмотрим. Очень классный такой вот бирюзовый синенький цвет. Ну что, давайте на нее посмотрим, на эту красавицу. Вот она, клавиатура. Что же входит в особенности этой механической клавиатуры? Это механические вот эти вот переключатели Rumer G с временем отклика 5 миллисекунд. Ну, стандартная клавиша за 6,7, то, что я нашел в интернете. Скорость срабатывания у этой клавиатуры повышена на 25%. Из-за чего это сделано? Расстояние срабатывания каждой клавиши составляет 1,5 мм. Ну, это на 25% как раз меньше, чем у обычной клавиатуры. И за счет этого, высчитывая 25%, повышается срабатываемость. Минимальная сила воздействия на каждую клавишу 45 грамм. Достаем клавиатуру. Пока ее поставим сюда. Так, минимальный комплект. Давайте посмотрим, что здесь идет. Есть руководство на русском языке, но мы его здесь и оставим, плюс гарантийный талон. И есть вот эта вот вторая побольше подкладка под запястье. Тем самым у нас есть большая и есть поменьше. Ну а теперь предлагаю ознакомиться с клавиатурой более подробно, рассказать про ее плюсы, минусы и попробовать ее наконец-то в действии. Итак, давайте начнем, конечно, с клавиш, потому что главное в клавиатуре что? Это тактильные ощущения, да, правильно? И, соответственно, удобство использования клавиатуры. У каждой клавиши присутствует двухконтактное крепление. Колпачки каждой клавиши, они выполнены, видите, со скошенными краями. Поэтому у нас палец ложится и не соскальзывает с нее. Вот эта вот асимметричная форма клавиши позволяет удерживать пальцы по центру именно самой клавиши. И это улучшает срабатывание при нажатии, к примеру, вот сбоку, если мы все-таки до нее не дотянулись. То есть в любом случае, куда бы мы ни нажали, клавиша нажмется. Каждая клавиша выдерживает до 70 миллионов нажатий. Все 113 клавиш выполнены по технологии, которые защищают от несрабатывания. Есть 9 программируемых G-клавиш. 1, 2, 3, 4, 5. И сверху находится 6, 7, 8, 9. Ну и, соответственно, на более частое использование, конечно, нужно программировать вот эти боковые, до них очень легко будет дотянуться. Верхние находятся, видите, под F командами. Над клавишей Escape находятся клавиши M. Они для выбора режима игры. Основные клавиши W, A, S и D имеют дополнительный рисунок. Это подставка для запястья малого размера, она крепится в двух местах. Для этого нам нужно так вот ее сюда
приподнять, поставить. Все, она установлена. Если же мы хотим более комфортной игры, то попробуем поставить побольше. Снимается тоже довольно-таки легко. Нужно один раз подеть, немножко вот так вот сделать, и подставочка вынимается. Здесь крепление такое же. Мы вот так вот сверху заносим, ставим, и все, подставка установлена. В настройках можно отключить срабатывание клавиши Windows и Print Screen. Кабель довольно-таки толстый и имеет длину 1,8 метра. На конце мы обнаруживаем USB разъем. В месте, где кабель входит в клавиатуру, присутствует дополнительная защита. Индикаторы NUM, CAPS и Scroll Lock вынесены наверх. Клавиша под названием Joystick отключает как раз те самые Windows и Print Screen. Есть клавиши управления подсветкой и мультимедийные клавиши для управления, к примеру, плеером. Ниже мы находим клавишу выключения звука совсем и удобный барабан, при помощи которого можно регулировать громкость музыки, либо громкость игры. Есть подставка под мобильное устройство, она называется ARX Dock Release. Итак, вот так вот открываем, и сюда можно ставить любое мобильное устройство, будь то это планшет, либо телефон. Давайте посмотрим на программное обеспечение. Это фирменная программа Logitech Gaming Software. Во-первых, я создаю, к примеру, профиль, у меня будет Assassin's Creed 4. Здесь есть 291 профиль, который можно найти. Вот они ищутся здесь, 291. Все игрушки, которые вот здесь вот поддерживаются, они записаны здесь. Далее. Мы выбираем Assassin's Creed. Далее я хочу в профиле 1 на Assassin's Creed сделать на G6 клавишу Free Run, на G2 Smoke Bombs. Я могу Smoke Bombs поменять на G3. Могу назначить любую клавишу на G-клавишу. Могу предустановленную вот уже, например, взять пистолеты и назначить это на клавишу G5. Окей, у меня будет G3, G5 и G6 работать. Это первый профиль для игры Assassin's Creed. Второй профиль. Нажимаем на M2. Вот он, второй профиль. И для второго профиля я выбираю пистолеты на G4. Перезарядка будет на G1 и так далее. Все довольно-таки легко. Ну и можно создавать свои команды любые. То есть полностью настроить все это здесь. И задать на любую клавишу. Далее в программе мы можем найти глобальные настройки подсветки. Здесь мы каждую клавишу можем настроить под себя. Ну, к примеру, я хочу клавишу H сделать, ну, давайте, желтый, да? Смотрите, желтая клавиша H у нас будет. Окей, поменялась на желтый, видите? И то же самое мы можем сделать с любой клавишей и задать ей, ну, к примеру, зеленый цвет. Нажимаем на нее и задаем ей зеленый цвет. Клавиатуру можно сделать полностью под себя, как хотите. Можно настраивать не только по одной клавише, можно сделать сразу несколько режимов. К примеру, у нас будут клавиши подсвечиваться зеленым, F-ки будут фиолетовые, G синие, и все клавиши, которые у нас относятся к игре, к примеру, там зеленые и синие. Мы можем менять все эти профили, к примеру, поменять цифры, поменять F-клавиши на любой другой цвет, какой мы захотим. Дальше уже следует тонкая настройка при помощи цветового круга. Можно задать только G-клавиши, так называемая группировка клавиш по цветовым зонам. Можно настроить полностью игровой режим, это режим команды, это показываются активные клавиши во время игры. И есть очень интересный свободный стиль, сейчас я его нажму, и клавиатура будет переливаться всеми цветами радуги. Смотрите, как красиво, да? Вау! Можно сделать цветовую волну, можно сделать дыхание, соответственно, как елка у нас будет мигать. Можно сделать эффект звезд. Смотрите. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Подсвечивается, да? А ночью, представьте, как будет красиво выглядеть. Цветовой цикл. Здесь можно сделать побыстрее. Будет очень быстро меняться. Соответственно, как меняется здесь, меняется у нас клавиатура, да? Цветовая волна еще раз. Мне очень вот это вот понравилась вещь. И есть нажатие клавиш. То есть, к примеру, я нажимаю H, I, они, видите, нажимаются и потом угасают. Очень красивый эффект. К примеру, я что-то печатаю, и они потом за мной угасают. Видите? Можно менять цвет при нажатии клавиш. Ну, к примеру, будет у нас такой вот синенький, можно сделать красный. Ну, да, синий очень классный. К примеру, такой вот фиолетовый. И за мной они прям все плавно гаснут. Можно сделать помедленнее, чтобы они, видите, затухали, но намного медленнее. Можно сделать побыстрее. Все это настраивается прямо здесь в программе, и все очень понятно.
Далее у нас идет анализ нажатия клавиш. Здесь мы можем посмотреть, сколько за все время мы нажали каждую клавишу. Вам это интересно? Тем самым, в конце у нас получается, чем больше мы нажали одну клавишу, видите, получается у нас больше 30 раз мы нажали на клавишу R. Все остальные у нас использовались мало. Тем самым можно вести какую-то статистику и улучшать, присваивать какие-то G-клавиши, понимать, что вы делаете не так и как это можно сделать лучше. Есть меню настройки, можно запускать программу при запуске Windows и также обновлять программное обеспечение, что у меня произошло где-то минут 10 назад. Далее мы заходим в меню iRex Control и нажимаем «Включить». Что происходит потом? Захожу в приложение iRex Control, у меня подключается к одной и той же Wi-Fi сети, подключается к клавиатуре, и я разрешаю подключение устройства в Zverio. Окей, далее я выдвигаю специальную подставочку, ставлю сюда свое устройство, и мы готовы отслеживать, к примеру, сведения о нашем компьютере. Посмотрим внимательно на приложение iRex Control. Здесь будут собраны мои G-игры, то есть все профили, которые здесь, G-клавиши, их можно изначально прямо здесь и поменять, прямо в приложении. Соответственно, если нам что-то не нужно, если у нас тут стоит большой планшет, мы можем сразу перенастроить все клавиши при помощи этого приложения. Все то же самое, что мы делали на компьютере. Есть управление мультимедиа, соответственно, запустить, остановить, уменьшить громкость и тому подобное, отключить микрофоны. Все это происходит тоже здесь. Здесь нам показывают информацию о системе, загруженность процессора, видеопамять, оперативная память, температура и тому подобное. Вот это все здесь. Тем самым это приложение в совокупности с клавиатурой делает просто новый уровень. Итак, подводя итог, что я могу сказать по клавиатуре G910 Orion Spark? Я не геймер, но при общении с этой клавиатурой возникает такое ощущение, что ты мега-супер-геймер. Я вам скажу вот что. Да, цена большая, да, здесь работали на славу. И я уверен, что данная клавиатура сделает ваши игры и выведет вас на новый уровень. Включается, отключается подсветка, как вы хотите, настраивается. Дождик, звездное небо. Управляйте цветами полностью клавиш, создавайте группы клавиш. Делайте это все под какую-то конкретную игру. То есть чисто ваша индивидуальная вещь. Разные режимы менять можно, пожалуйста. Настраивать полностью G-клавиши. Можно. Клавиши, да, действительно удобные, когда они сделаны вот с таким закосом, получается палец ложится, и он у нас отсюда просто, ну, не упадет. Нажатие клавиш очень легкое. Сами клавиши, конечно, можно снимать таким вот образом. Сейчас я расковыряю, надо подеть. Вот, клавиши все снимаются, и здесь все выполнено тоже очень качественно. Давайте посмотрим на подсветку клавиш, потому что это немаловажная вещь. Смотрите, латиница и русский алфавит подсвечиваются одинаково. Здесь это выполнено прям очень хорошо. Посмотрите еще раз поближе, например, вот здесь зеленый цвет, синий цвет. Клавиши одинаково подсвечены. Специальные световые трубки, которые доставляют свет от диода прямо к окончанию клавиши. А теперь вы напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какими клавиатурами пользуетесь вы, как относитесь к профессиональным геймерским клавиатурам. И вообще не забывайте поставить пальчик наверх этому видео, подписаться на новые ролики и ждать их. Ну все, ребят, давайте. Пока! Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверев. Сейчас я вам хочу быстренько показать Samsung Galaxy S6 Edge и Samsung Galaxy S6. Чем же они отличаются? Вышли они недавно, только презентовались. Отличаются они экраном. Смотрите, сбоку на обычной версии Samsung Galaxy S6 экран у нас просто плоский. На Edge он немножко загнут по краю.